Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Спасибо, что смотрите, поддерживаете канал лайками и комментариями в видео. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый ролик. Я только что вернулся из поездки в Европу и готов радовать вас новыми роликами. А пока ездил, мне пришла чудесная посылочка от подписчика. Здесь будет набор роллов обиходных монет Украины. Еще в этом видео я напомню про всеукраинский слет коллекционеров в Харькове, который состоится 21 сентября, и подарю 50 входных билетов для моих подписчиков. Как их получить, информация будет дальше в видео. Просто смотрите и поделитесь видео с теми, кому тема коллекционирования интересна. Ну что, поехали? Чаще всего я покупаю монеты на аукционе Виолити, так как очень удобный аукцион, ссылочку, кстати, я оставлю на него в описании. Эта посылка пришла мне от подписчика. Я писал в социальных сетях, здесь в Ютубе, в сообществе, что хочу купить себе набор роллов. И нашелся подписчик, который мне ответил и выслал вот такую замечательную коробочку. Давайте посмотрим, как же они выглядят и какой набор роллов мне, собственно, достанется. Конечно, хотелось бы с 2004 годом, но я не уверен, что именно с этим годом такой набор роллов будет. Я еще не смотрел, что, как оно все запаковано. Ну, довольно просто, без каких-либо дополнительных этих материалов. Так, ну что, есть вот такой офигенный классный набор, тираж всего 2000 и какая-то записка. Сейчас посмотрим, картоночка. Ух ты! Так, дякую за цікавый канал, за радостью дивлюсь твои видео. Зробив топ найкращих монет Украины. О, ребят, хорошая идея, я обязательно что-то такое сделаю. Формат, потому что я сам коллекционирую монеты, мне очень нравится тема монет Украины. Спасибо большое за теплые слова, просто безумно приятно. Богдан, я тебе передаю привет из этого видео. Спасибо тебе за замечательный такой вот набор, который ты мне прислал. Хоть я был и далеко за границей, да, но я прям чувствовал, что хочу побыстрее приехать и посмотреть, сделать этот обзор. Ну что, мы видим этот набор. Он, кстати, не такой и большой, вообще маленький. То есть, если вспомнить наборы монет в роллах, десятки, то вот этот просто крохотный. Ну, да? Мы видим 14-й год, 15-й, 14-й, 14-й год гривна. В штемпель, ну, и пятерочка, 5 копеек, какой тут год, непонятно, не написан, какой у нас год. Ну, думаю, тоже туда, не 96-й, конечно. 1-2 копейки. Ну, особенность какая? Он, кстати, ведь хорошо запаян, то есть нет каких-либо тут вот надрезов, хотя у некоторых, те, кто забирал, было видно, что прям разрезано, это связано, скорее всего, с транспортировкой, могли там бросать, могли они сами трескаться, хотя непонятно почему, довольно плотный, знаете, набор, то есть, если так доставать, просто при желании себе попытаться оторвать, довольно сложно, нужно каким-то образом разрезать данный набор. Тираж у него всего, получается, 2000 экземпляров. Конечно, по поводу 2004 года монет было несколько мнений, что вот не нужно их доставать, не нужно раскрывать. Конечно, каждый себе решает, как ему хранить в наборе и вот так вот любоваться в таком формате. Или действительно порадовать других нумизматов, себе положить в коллекцию монетку, купить какой-то прикольный холдер или погодовку, если вы собираете. Некоторые вот собирают погодовку в коллекционере, очень красиво смотрится. У меня, к сожалению, такого формата нет, у меня обычные альбомчики. Вот, ну, вот такой вот замечательный набор монет. Видите, номинальная стоимость 96 гривен 50 копеек. Так, банкнотно-монетный двор. Ну что, вот так вот выглядит, собственно, вот так набор, который все хотели безумно заказать, и это было нереально сделать, но все-таки есть счастливчики, которые вовремя зашли на сайт и это сделали, и сайт не завис. Надеюсь, мы ждем сейчас набор, уже видели фотографии сейчас в нашем экране, как выглядит набор 2019 года. Очень ждем, я делал посты, как только появилась информация в первый час появления этой информации. Ну, у него будет тираж гораздо больше, 20 тысяч экземпляров, и я думаю, спрос немножко уравняется, то есть люди, которые хотят, они смогут заказать, ну, по моим ощущениям. Хотя коллекционеров в Украине все больше и больше, и так что я думаю, это будет интересно. Итак, касательно слета коллекционеров, ну что ж, он будет проходить на арт-заводе «Механика». Это всеукраинский слет, там будут представлены как монеты Украины.
статуэтки, посуда, много всего другого. На самом деле очень прикольно прийти посмотреть и подержать историю в руках. Что нужно, чтобы получить билет бесплатный? Вход будет 50 гривен, соответственно. Но для моих подписчиков вот такой вот подарок, друзья. Нужно поставить лайк этому видео, поделиться в любой социальной сети. Это в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram. Просто сделать ссылочку на мой канал, на это видео. И заполнить форму в регистрации, которая ниже. Друзья, вот такой вот просто обычный бонус вы получаете от моего канала за то, что вы смотрите. И, возможно, как кто-то другой получит также бесплатный билет по вашей рекомендации, когда вы запостите где-то в социальную сеть, выбирайте сами. Вот такой вот подарок. И я буду тоже на этом слете. Очень хочу посмотреть, как, какие монеты сейчас продаются. Какая цена на 25 копеек, на 50 копеек 2004 года. Почем такие наборы продаются. Ну что ж, друзья, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Обязательно заполняйте, поделитесь, пожалуйста, этим роликом, поставьте лайк и получите бесплатный билет на слет коллекционеров в Харькове. До новых встреч, пока!